Анастасия, жительница города Одинцово, рассказала, что воцерковилась около 4 лет назад и с тех пор каждое воскресенье посещает храм. Сегодня вместе с другими жителями округа она пришла на службу в Георгиевский храм, чтобы отметить один из главных православных праздников – Троицу. Я очень долго ждала этого момента, когда откроют храмы. И я уже не первый раз на такой службе, которая проходит на улице. Мне такой формат служб очень нравится, когда можно послушать и природу, и пение птиц, и в то же время церковные песнопения. И, конечно, для всех православных людей нашей страны это огромное удачи и возможность вот так прийти на службу после более чем 2 месяцев перерыва. Наша героиня призналась, если соблюдать все предписания, то страх заразиться коронавирусом буквально улетучивается. Главное – верить в лучшее. Стоит отметить, что все условия были соблюдены. Жители надели маски и строго держали социальную дистанцию. Господу помолимся, Господи, ради всем всяком, ради стране. В целях безопасности для здоровья людей проводилась служба не в самом храме, а у главного входа. Священники сами вышли к прихожанам. Утренняя служба, затем божественная литургия и великая вечерня – все, как полагается, в праздничный день, пусть и в измененном на время формате. Традиции празднования Троицы – одни из самых красивых. Главный его цвет – зеленый. В этот день именно зеленью, в частности березовыми ветвями, декорируют помещения внутри храма. Полы в домах когда-то было принято устилать свежескошенной травой, а иконы украшать цветами, чтобы уберечь жилище от всего плохого. Елена Морозова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».